Why kill a person if we can change his mind? Зачем убивать человека, если мы можем изменить его сознание? Warum jemanden töten, wenn wir seine Meinung ändern können? Why kill a person if we can change his mind? Зачем убивать человека, если мы можем изменить его сознание? Ну сколько можно еще повторять? Зачем убивать человека, если мы можем изменить его сознание? Why kill? Зачем убивать? Мы можем изменить его сознание. Мы можем все изменить, даже себя.